У рамках реализации проекта «С клопотом об дитях» обласная организация «Червоного крыжа» открыла у медицинских установок в области три гульнявые пляцовки. Сегодня одну из них презентовали у областной дитячей больницы. Одна из таких пляцовок уже открытая у Добруши, где у этой выходные пройдет День белорусского песненства. Еще две будут действовать у Гомеле. Финансирование проекта проводилось за кошт взносов и доброахвотных ахвярований, которые поступили на рахунок «Червоного крыжа». Это не апошняя инициатива, якую у организации планируют реализовать у ближайшей перспективе. Причем до супрацовництва будут запрошены и иншие громадские объединения. Подчас открытия пляцовку назвали инвестициями у здоровья. По словам медика, улечение – это не только леки и процедуры, але и добрый настрой. Поправляются только те, кто положительно настроен, и у кого положительный настрой. Только те поправляются. Что взрослые, что дети. Взрослый, если верит, что он поправится, он поправится. Если он не верит, что он поправится, его трудно будет лечить. Его вообще трудно лечить. И особенно детей, которые уже понимают, осознают. Если будут здоровы дети, будем здоровы мы, будет у всех настроение. И наша страна цветущая, красивая, будет все могучее, красивее и самодостаточнее. Усе дитячыя пляцоўкі беларускай вытворчасці, дэталі і пакрыццё з'яўляюцца траўмабяспечнымі.